Ульянов Ленин. Знакомая фамилия? Ну, конечно. Кто же Ленина не знает? Революционер. Вождь российского пролетариата. Отец коммунизма. Вождь мирового пролетариата. Как революция, там все это будет как шалаш на этом, как бы, на островах всяких наших. Ну, шалашем он там жил, скрывался, понимаете? Так, все это помню, все знаю. Кто такой Ленин? Не знаю. Учиться. Но он здесь родился? Конечно, кто его не помнит? Когда он жил? В 17 веке, 18, 19, 20? Помогай мне, у тебя с историей лучше. Ну, давайте. В 19-м. В 19 веке. Чем известен? Тем, что он основал Советский Союз. Много чего хорошего сделал. Ну, во всяком случае, ну, сделал переворот октябрьский, как сейчас говорят, революцию, соответственно, социалистическую октябрьскую. Ну и все, нашу судьбу нашу построил. Сейчас, зная глубоко историю, мне не хочется это все озвучивать, но положительных эмоций об этом человеке я бы не сказала. Мы же родились в Советском Союзе. И с детства, с самых, как говорится, младенческих возрастов мы проникли, ну, любовью, уважением. По-моему, в каждой квартире висел его портрет. И от маленького с кудрявой головой, когда он бегал. Ну и вот, и всегда у нас была на груди его звездочка. Так что детство, юность... Ну, юность нет, а детство, конечно, прошло с этим именем, ясное дело. Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Знаете, как зовут его жену? Нет, я не помню. Ага. А сейчас где он? В мавзолее. Вот. Поговорите, нет, уже знаете. Ну, это я знаю, да. Вы помните годы рождения, годы смерти, даты? Ну, 22 апреля 1870, 21 января 1924. Я же советский человек, выросла-то, поэтому я знаю, кто такой дедушка Ленин. Я всю жизнь работала воспитателем, и у нас в каждой группе портреты к празднику, цветы и стихи о Ленине и прочее. Чем он запомнится в российской истории? Своей революцией, которую хотел дать все бедным. Получилось? Ну, в двух словах это уже не расскажешь. Если Ленин обещал фабрики рабочим, то землю кому? Крестьянам, по-моему. Поговорить не помните, вот. Ну, это уже на автоматик. Коммунизм и электрификация всей страны, ну, у него было много. Он, мне кажется, чуть-чуть не успел доделать. Перевернул все мировое сознание у людей, революцию сделал. Но здесь неоднозначное мнение, поэтому мне сложно судить как бы по истории. Но я считаю, что человек заслуживает уважения. Это судить истории, не мне.